Кто God of War на ПК играл? Давайте потом. Хотя бы кто-то скажите, я, блин. Хуйня. Хуйня. Я понял, блин. Играл, не знаю. Не нравится. На плойке есть. Сюжет охуенный. Диалоги. Мы кого-то ждем? Да. Андрюхи нет. Сейчас начнем. Кого нету? Андрюха умчал. Пацаны, на минуту туда-сюда быстро вообще. Ну давай, отойди. Типа на минуту можете отойти. Тут не еще раз. Есть у них звон, есть эти шабанки, куплю и все обратно. Даня, ты вылетаешь или ты сам Рёгов не вылетел во время ПО? Попросил не сделать, не починить сюда, заклинить, не пола сюда. Ну ладно. Сегодня всю ночь играю, завтра выходной, ебашу, докачу, завтра одеваться пытаться буду. Надеюсь, мне хватит этих фаз, ну, типа, ППшек регать будет часто. Его А мы ты играем, заряд сейчас сделал? вообще проблем не будет. Да, ночной эльф. Его дрейгающий, ни проблем вообще нет. Но я так и Что, буду. приста сделал? Да. Охуенно, Тима. Вот вы будете учить меня всей бандой, как играть престол. Слушай, ты можешь сейчас шипешкой просто прокачивать шипешку, да? И хилить инсты на изи вообще. А потом нардкори уже Женька, шипешкой заходи, пойдет будем на начинать. дефа. Да. Да. Причем ППшка, как ты будешь спамить кольцо света и захиливать, и задамаживать, и, короче, зашибись все будет. А, ну то, что сейчас же точно здесь же фласки. Ну, в таком Сейчас, случае Санька, лучше подожди, 5 секунд. идти. Жень. Не, а потом по квестам он будет ходить, уже шипешка сразу готова будет. Атаку. Жень, Скибиди, заходи. Ты последний. Тебя ждем. Уже. Все остальные зашли. Сейчас он прогрузится. А мне этот на уровень прокачки этот гоблин Аня. понравился. А, ну все, сорян. Пулять будем уже. Спасибо. Катя, Галина. Галина. Шнурки. Все, все здесь. Андрюх, можешь ДБМ поудавать. Расколебнул с группы. У меня хилбот сломался. Слышь его. Притонов вылетел еще. Пробуем бить, пробуем. Да, не знаю, смогут ли они ходить на плохой. Я Сейчас не знаю, кого чекнем убить. релот. Слышь его, отпиши.
На полы отдали? Ты мне будет сказал? Да, Катя пишет тебе. Взрывание через 9 секунд, ребят. Пробуем так. Да, у нас минус 3 получается, или что? Минус 3. Перебегите на другую сторону. Что-то же клип на дни. Дован, ты согрел мобов или что? Как ты сдох? Да мискликнул, блядь. Там 9 ставок да. Повешалось. Ладно, притон вылетел. Давайте лучше не будем ничего отдавать, не БР и просто упадем. Зайдите под шипы. А че Владюха ливнул с Фрейда, да? Что за пиздец? Владюха не ливнул, там ливнул. Я мобов убью, стою. Не, это я тоже ливнул. Там Враска ливнул, Хант. А, извиняюсь. Лучше кикать те, кто там на замене. Хорошо. Или как-то сообщать им, чтобы не багали аддон. Пойдемте, Браска. Ваня, у тебя сколько КБ, Боба, или ты не закидывал? Короче, я скриншот сделаю, а потом накину ему для замены. Ну давай, да. Так и сделаем тогда. Ставим. На время тоже им потом начать. Кого-то другого. Ваня, слышишь, у тебя первым другого поставить? Ну, чтобы мне откатиться, можно будет. Давай, Соня, Бабл, ты первый побежит. Ваня, 4 кнопки побежит тогда после закопки первый. То есть третий. Сейчас два стана не миссанули, уже радует. Видите, сразу пулить будем, поставлю рыбу. Блин, у меня еще на 7 трайв есть. Хорошо. Так, а что менять? Ой. У меня еще микрофон. А есть почта поставить? Даня. Даня, Притон, ты исправишь эту ошибку? Потому что твоего урона, в принципе, может не хватить. Или мы тебя поменяем? Есть почта такого? Есть почта. Не надо почты. Лады не ты, блядь. Не на почте лады. А мне не нужна орехи. Эй, ты чё там? Mm-hmm. Все готовность на пол. Пойди, у меня золото, пойди. Да, я просто готовность нажал. Ты же ДВМ даешь. Проводит меня сразу. Вань, сколько КД? Может, успеешь? Уже откуда он с ним успеет? Минута с лишним. Полтора да, минуты ровно. Ладно, Соня, ты первый тогда в любом случае побежишь. Может, не отскакивай. Да, он откатится. Аня, откатится, успеет. Откатится? Все, Соня, тогда ты третий. Третий. Вадик. А, сколько по тебе? 2-3 трикса давай. Можешь вообще ничего не давать. Все, я готов. И под Иван, не забудь, что не надо забирать мобов, кто-нибудь сейчас зачекнет. Я случайно вообще, я мискликнул. У меня просто возле W там вот... Все банально. Нормально, просто напомнил. Все хорошо. Что, все готовы, Андрюх? Давай ДБМ.
15 секунд в следующей мобы. Секунды. Там ты приготовил. Ложу только не разбейте тут подвоса. Заливанием через 5 секунд. 4. Лучше трай был 59%. У нас. А вот и гости заявились, как и обещал. Иван побежал. А, красавчики, мор накинули на ложу, долбоёбы. Блять. Ну ничего, эту потом лужу взорвём четвёртой. Ничего страшного. Взорвём вот эту ложу, которая из трусы. Он квадрат у неё поставил, если что, смотрите. Бобом аккуратно ее взорвем. Стою возле лужи, стою. Ну ты хочу бог, где бог? Малик. Падать. Малик, ты вторым боб куда? Да я не давай, даю пока ИП, мы шутники. Да мы еще утренники. Я никому Иван не начислял тогда за лужу. Сейчас пару драйв сделаем, будем уже минусовать. Что давать-то, если чуть пару раз только били о ногу? Вон, один раз сделаем. Я же вас спросил, короче, не даете, блядь, никого уе, типа, в плане, типа, моров, хуйни, если у вас стоят символы, типа, когда сфера над вами, блядь. Тихо, давайте сразу. Побежали, да. Цель так. Бухой мастер. И все, это бухой мастер. Удали нахуй символ, удали его нахуй просто на мор. Подожди. Ctrl клик на символ, он удаляется. А есть Дживис у кого-то? Как еще раз удалить его? Да можно просто смотреть, сфера рядом или нет? Нет, я понял, я просто, чтобы до таких ошибок не пускать. Как удалить символ? Через Shift. Правая кнопка мышки через Shift. Зацени, покушай рыбу и погнали дальше заново. Дживис, есть у кого-то? Да, есть. Понял. Ваня, тебя сейчас КД, да, Вань? Да, КД. Саня Бабу, ты первый побежишь, четыре кнопки побежит третьим. Ой, да, ты прям. Майлик, не забудь, ты второй кидаешь в боб. На готове. Но я напомню сейчас. Я думал, ты запомнишь. Купите тебе рыбку, будем гулять. Нет, хоть бурстану нормально, а то стыдно было. Пошел далеко, 3 секунды потерял бурстан. Ну ты не обмен. Дам спред. Смотрите, там массово тоже все поперемазывайте, у кого заканчивается. Здесь урон очень важен. У всех все было. 100%. Готовность. Бог, поставь пенек, пожалуйста, чтобы на третьей фазе же Подаван. Подаван, чего не хватает тебе? Возьмите себе все, короче, этот камень на третью фазу. Саня, а что мне замену убрали? Не бойся, тебе ИП начислят, чтобы никто не ливал, ливнули с рейдом, забагали. Я готов, я нечаянно не ливал. Бухой притон. В РБК ушел. Да, можешь потусить пока где. Этот, притон, чего не хватает? Труба.
Значит, он опять вылетел. Даня, нормально все или нет? Или ты ревок просто сделал? Или вылетает? Ревок, все, еще раз готовность. Тогда. Все, давайте собрались, ребят. Убили. Петь? Тут. Ну, все, все готовы. Андрюха, запускай. Андрей, закинь минер пока у пола. Пусть он выходит. Куда? Все. Мобы на пульте. Сейчас лучше идем, кстати, чем в прошлый раз. По урону. Я первый, да, у меня есть. Печеньки сбиваю. Майлик, готовься в печеньки закидывать. Печи. Че, разбей другую лужу? Фридом, 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 фридом дайте, фридом ему, фридом дайте, фридом, быстрее уходи в сторону. Хорош. Майлик по нему. Он взорвал. Ты че, еще сверху одну пустил рядом с ним. Падает. Подожди, я про... Блять, нет. Да все, падает. Да че, я продержу. Попробуй, попробуй, попробуй. Подшивы уже. Нормально. Смотрите, сейчас человек, который выбил тонул, только возле печеньки не везите. Ну вот. Да, сливайте жевал нахуй быстрее. Под боссом роги на пульте под веерами, ханты на пульте больших. На печи. Роги, пробегитесь под веерами, жвалы на пульте. Вон еще одна грызет кого-то. Чернобыля. Подойдите, мы зону что сняли. Вот он грызет. Блять, вы можете просто мелизон запихнули, я похуя. Через 5 секунд следующие жуки боятся. Напулил. Компанила, просильте, компанила. Тут далеко. Кто тут? Давайте строго пробить. Сфера сейчас будет не строго в рембе, а рядом, там с другой стороны, потому что нету. Я сейчас собью пойду. Бабл, Сан, давайте. Соня, давай бабл. Соня, бабл, ты сейчас закидываешь. Следующий сосуны после Сони бабл в печеньке закидывать. Третий человек убегает просто к речке. Войд. Взрываясь печеньки, сосуны готовься. Не, не Войд.
Притон, показывай. А что значит за кашлой? Да дал я ему. Молодец, просто время потяни. Следующий человек не успеет. Следующий СС на себя закашлуй. Беги к печеньке. Следующий. Подаван, к печеньке. Радмин, зубы ему, зубы. Закните зубы. Забегай, подаван. Че вы, блядь, я не понимаю, вам Саша звучит. Че вы, блядь, придумать какую-то хуйню, сука? Ну давай. Ладно, падайте. Это нормально было сейчас, просто чуть-чуть. Все нормально. Типа нахера питон вообще побежал к воде? А там вначале на Войда закинулось, а потом поменялось. Так вообще похер, сам туда бежал. Ну, в принципе, да, притон тоже не нужно было туда бежать. Ладно, нормально. Я не знаю, тут механика на трех пальцах, пацаны, и дамы нахуй. Девочки не тупят, а вы, блядь, тупите, вы пиздец, вам не стыдно, но... Девочка-то заводят. У вас это, кстати, самый взрослый. Нет, Галина еще. А, я забыла. Простите. То есть ты сейчас оскорбил девочек? Это вопрос. Нет, я сейчас оскорбил вас. Нет, он изначально сказал, что, типа, девочки глупее. Да. А мальчики тупят. Ладно, спокойно. Встали и пошли за заново бить, ничего страшного. Ваня, у тебя, кстати, есть уже бопы? Есть. Ну ты просто все перевернул с ног на голову. Я к тому, что типа эта игра, блядь, долбоебов задротов с их пацанов, как мы. А девочка редко эту хуйню играет. 12 плюс игра. Вы все лохи, ебать. Как же любят доебываться до слов, а? Скажем так, моя жена мне каждый раз об этом напоминает. То, что ты сказал, Андрей. Все, увидели трай. Бьем СП. Не паникуйте, ребят, мы чили. Нет, диски, получается, я могу нормально поставить под бопом, потом под ШВ, потом только лужу заберем, да? Нет, давай без этого. Я отсокил. Нет, ну сейчас я нормально поставил. Я сейчас думал, что ты взорвал две лужи, понимаешь, из-за этого хотел падать, отвернуться. Я нажал в подавана сокру и умер раньше него. Не, у меня там вообще по 2000 прилетало. Ну, по тебе сокра тоже было. Так, нет, ладно. Вань, у тебя уже готов был. Да? Все, Соня, Павло, смотри, я тебе скажу, третья фаза, ничего там страшного для тебя нет, ты просто бьешь. Третья фаза это муниктен, это просто бьешь босса на пул и лютый просил. Бьешь босса и лютый просил, все. А, ты хилишь? Ну тогда, ну, сочувствую. Начнем. Кстати, по масс-сокре первый даст Ваня с баблом. Потом Соня бабл и подала. Первый масс-сейф отдает 100% ДК. 100% ДК первый масс-сейф сделает. ДК? Ну давай. Давай. Тогда ДК. По ДПС-то проходим, да? Да. По ДПС-то да, проходим. Отлично. Тогда надо закрыть это говно и не париться. Троянский. Конь. А, я тут шел. Ну так иди сюда. Пошел. Не, я спас, но он грибает. На, иди. Все, понял, сорян. Спать. 5 раз сделали, и ты только сейчас это выйдет. Так, все. У нас тут троица, блядь, с этой стороны. Жень, ты готов? Готовы. Все готовы, Андрюха, запускай. Блядь. Я снимаю через 20 секунд. Вопрос равно. Андрей, дай БРМ сразу. Шотнули теневым. Все нормально. Сразу ребаф Вадюху. Быстрее, все ребафы отдали.
Через 7 секунд следующая появится. Антишка готовки. На полы отдали. Чего в нем не проходит, не понимаю. Надо хотя бы 70% поставить. Если они прыгнули в тотему, то тем нет труда. Блять, далеко от ромба. Смотрите, сфера будет не в ромбе, а не в ромбе. Вон, Жень, падает сфера. Не забеги на нее. Я деньги собью. Фридом. Фридом на Бухова. Смотрите, не своите. Следующий просто крестик убегает. Егор. Сейчас зайдите под босса с мелкой. Большой один сорвался. Забейте большого одного. На пульте. Я забрал даун, там бить, забери с меня, пожалуйста. Спасибо. Чернобыль 10 стаков как? Да он по КД много стаков получает. Через сколько трэш? 5, 4, 3, 1. Говорит из Москва. Ой, Андрей, рель ты у меня в наушнике. Андрюха. Да поняли. Не слышно. Побежали, сразу трэш сичнулись, прилетовались. Боб, готовьтесь давать. Кто там третий? Побежал, Сацуна. Кто там дает по нему? Дашь сам по себе, короче. Или у тебя КД? У меня есть, у меня. Мне дали. Окей. Лужу вторую сбейте где-нибудь. Он сейчас. Пойду себе взять. Ой. Я притянул. Смотри, чтоб не притянул на шипы, блядь. На кого? На мейлит. Я дам бал. Побежишь в лужу. В лужу бегаем. В лужу? Не паникуй. Так в лужу подойди, жди. Трэш убиваем. Притон убежал. Бухой, значит, убежал. Сейчас выйдет. Жевалы, смотрите, что у вас на жевал балта не равно. Подбосса, все подбосса, прям все подбосса. Убиваем трэш убиваем, прийти тут убить трэш нахуй. Быстрее убиваем трэш нахуй. Мобы на пол. Поставили его нормально, блядь, почему он стоит тут нахуй? Есть мороз. Все, по боссу раем. Хотя мы все тут природу уже поставили. Всех ушли под босса, чтобы никто не стоял, блядь, только кроме хантов нахуй. Ханты свое дело делают. Все, приготовились, короче. Стопроты все, у кого нет. Массейв ДК, давай, массейв, веру. Молодой. Просил, на пул. Отдайте на пул Рози.
Вы нас проебали, ну типа, вы чё, издеваетесь нахуй? Падает. Так а на пол был-то? Он просто съебался. Надо ебашить по 3-4 плюсов моба. Тут овер дохуя игра у силов. Я говорю, короче, ну типа не знаю, вы моему спекнули там все хуя, не знаю. Ваша задача напуливать. Одна стена, можете... 20 000 3 там у меня. Что? Можете сдавать, я не знаю, короче, эти, блядь, бусты в мобов нахуй, чтобы их напулить могли. Уже лучший трай. Все, вот это сейчас фаза просто бей сильно пуливаемся, больше ничего делать не надо. Нормально бьем. Этот. По... Вань, давай ты тогда первый будешь мастер аур на лед. Разбегитесь, вообще по один и все лед нажмите. Кроме один сосредоточения ставьте. Ваня ну, первый отдаст. Майлик второй, сосуд на третий. Черный, у меня... не меньше стаков, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Да пофиг пустой. Смотри, Чернобыль, смотри. Это так не работает, снимайте с меня моба. Ты должен его кайтить нахуй. Либо бежишь за лужу, становишься, чтобы он через лужу и шел через Петю, либо ты его кайтишь. Это не. Это лично твоя проблема, а не кого-то. Я все равно собрать их не могу. Ты не понял, он бежит, становится за лужу, моб, соответственно, идет через лужу, идет медленно, плюс его за это время заливают, типа, если он... Если будет стоять торговать и блом, типа, мы его не убьем, типа, босса, соответственно. По мастераур, Ванька первый даст, Майлик второй, Сосун третий. Вань, когда отдашь, и у тебя закончится, скажешь, Майлик потом следующий, на третьей фазе. Типа, еще такое предложение, Ваня и этот, Соня Бабла, смотрите, короче, перед третьей фазой, там, на 30%, отдайте по себе сальву. Для тигры я, короче, разрядился в моба, нормально, вот именно которого я больше всего напулил, он просто побежал через РДД-зону и там остался. Дайте давай, короче, так, смотри, если ты не сможешь напулить, давай, короче, Владюха, ты забираешь с трусов мобов бежишь, а Никотин бежит, Цуны забирает мобов, типа напуливает, помогает, если что. Только вы озвучите, если у вас не прошел напул, и мобы пошли мимо нас. Есть у кого еще припот один? Да, я тебе ждам. Ты на хосту? У меня два осталось тут. Тебе кому надо заход? Что, мне уже дали. Мне уже дали, Петь, спасибо. Окей. Так, все, готов, значит, на пул. Не, вы все молодцы в любом случае. Первый раз нормально. Сделаем. Сейчас соберем и побьем. Вань. Все готовы, друг. Давай добавим пуль. Сейчас я еще буртану получше, чем прокурор. Егор, если что, ты хотя бы одного моба напуливаешь, чтобы второго роги ровно. Ну, не такого плана. Пытаюсь таунтить, но не всегда получается. Ебаный рот. Пизда. Давайте, падай, блядь. Тайминг промазал, блядь. Я могу, не прошел. Прошел, сейчас. Ладно, пробуем. Ну а почему он на линии сам сорвался? Ну, не попробуем. Падать. С такого ракурса мне крайне неприятно будет. Вот, поворачивай. Да, сейчас. Сейчас там ничего страшного. Падать, падать. Я тебе в помощь. Ну, тут уже ничего, не, ничего страшного, Сань. Пятый трай, и до третьей фазы надо бы уже доходить. Чтоб там в 10 людей не пугались, я тебе еще в ПМ ебану кручу. Короче, это... Ваня, скажи, сколько хуя люди
там правил, пока убили нуба. Конечно, да. Я не знаю, Сань, что ты придумал. 3-4 недели по 30 травм плюс. Услышал? Услышал, да, Саш? Да. Я одного фига убил. Я тебе буду, короче, сложнейшего босса, вот ты именно. Ты вот это, нихуя сейчас в контенте. Еще опера сложно, типа, ну там. Третья фаза, все остальное это манекен. Третья фаза только сложная. Это хилы должны прохиливаться. До этого никто, ну. Здесь заслакать просто не на чем. Ну только танку и все с напулерами. В смысле заслакать? Застаки. С ребятами из X2. Ладно, он до сих пор, знаешь, короче, Чернобыль не кайтит, 10 таков лутает, ребята, типа, ну. Это надо тренироваться, это надо привыкать. Давай, ставим рыбу, да. А у меня рыбы уже нет больше, закончилось. Есть? У меня еще на Чернобыль, я не душу, я подъебываю Чернобыль. Я ж любяю. Если бы я душил бы, я бы уже, ну, типа, голос повысил бы. А, этот челик может дышать, кстати. Ты просто как пример, и все, типа, понимаешь, другим. Ну, понятно, уже берсу не замедляет, но до берсы же он, типа, еще просто бегает. Он берсу же не сразу уходит. Да вообще, короче, я просто вначале тут макрос вытащил, я по таргету на пол вытащил, а не по фокусу. Это... Ну, смотри, Ренессанс, смотри, я тебе еще раз скажу. У нас все хантов спекают в ММО, иначе они не могут напулить. Вот я просто говорю, я спорить не буду, я просто тебе говорю. Предположена и сказала, что привет, Владик. Ну, это справедливо. Есть подозрение, что маг урон не учитывается на пол. Вот про ракетку, про это все я уже поднимал вопрос. Это ракет. Разрывной, это тоже маг урон. Да и в общем, атаки срывает маг урон. Вы говно просто, вот и все. Я же еще рад. Плюс ханты не люди. Нет, ханты люди. В ММ втыкач вообще красота. Бэйми. Че, да? Хорошо. Сейчас остальные ранее прибудь. Я забрал. Ну, забрал. Сам дайте там удалить. Андрюх. Сам дайте, Костя, все. Сейчас заберу. Андрюха, дай бы шиповану. Все, хорошо, рибах. Вставай, Ренессанс, рибах на серии Ренессанса. Скоро через 7 секунд еще один моба будет приготовить. И его фул рибах дайте. Каску, кулак, инта, сейчас закину инту. Держи. На пол мобов. Надо хотя бы 70% поставить. Нормально идем, кстати, по урону еще. Гости заявились, как и обещал господин. А
Почему у меня, блядь, багается ДБМ, заебал он? Четыре кнопки, Ваня. Майлик, приготовься. Разбежали, это уже побежали. Следующий человек убегает к речке. Смотрите на лужи, не забегайте пока. Сосуна, сливайте. Не бегайте, тупо бездумно, трэш сливайте. Поменялась цель. На бухого. Бухой. Разбежал Чернобыль, Сипов, отойдите. Все, забрали босса. Напулили роги на Падалана. Ханты, готовьтесь больших напуливать на Петю. Трэш убейте. За спавна, чтобы здоровы были. Под босса быстрее, да. Играли по трэшу, по боссу играем клевыми через трэш. Сами можете сделать. Еще один моб, хорошо. Дальше следующий идет, Соня Баба убежит, Суна приготавливается на четвертый. Через 10 секунд призыв помощника. Три, два, один, призыв. Приготовили на пол. Подходите фонтану. Дай БР Майлику. Нормально, дай БР Майлику, Андрей. Попробуем. Мой косяк. Рибах Майлика. Мало сняли. Бойчик, беги в самый угол почти к речке. Собью, идите бейте, меня собью. Уполок. Сосуны приготовился. Дамбл. На лужу сейчас не забегайте, разбегитесь в луже. Уже разбегались. Бежали от лужи, притон. Сайз, ты. Шнурки прокильте, сколько у меня там стаков. На шнурки закастуйте СС кто-нибудь. Там 7 стаков. Они с Чернобыля мобы по 7 стаков. Тут еще несколько человек с такими же количеством. Сейчас так и спугнул. С мелким. Никотин на пуле. На подавана. А больших на... Канты. Трэш, целенаправленно убейте трэш, нахуй. Целенаправленно убейте трэш, не босса. Чтоб жевал у нас спали до третьей фазы, блядь. СС закаснуйте всех, кто у кого там по двое, блядь, по 100 жевал, но... Притом на шнурки... Так, через... Всё, вышли жуки. Готовьтесь на пол. Давай. Затем силу природы поставим. Под босса все пачки стали, кто не напуливает. Пробуем. Все равно пробуем. Так, Ваня первый мастер аур на лед и подаван не зыбу нажмешь. Сейчас закопаю. Салю по себе сдали, короче. Давай на сейл. Дали Геру. Не зыбу. Через 5 секунд. Да, давай мастер и бабл. Точнее, Ваня. Следующий Соня. Скажу когда. Через 7 секунд. Готовься, Соня. 2 секунды. Саня, мастера на лед, Соня, нажимай. Я умер. Жука на пульте. Еще одного. Я Жука забрал таун. Войк. Иннер по Соня баба. О, блядь.
Вот сейчас красиво, мне понравилось. Ну, мы старались. Слышите, у меня вопрос, а вот это вот, короче, вот ихние вот эти прыжки за спину, их вообще не избежать никаким образом, да? Стан. Стан. Сбить каст. До того, как они начнут кастовать, потому что они там... Ребят, у меня такой вопрос, никто не против, их мы прям половину прям всех заглушим, не орал, а будут говорить те, кто действительно что-то знают. Да. Так, мне надо перекурить. Полторы-две минуты попить. Теперь давайте все перекурим. Две минуты, три, пойдите, выдохните. Нормально. Мне через 25 минут надо перекурить, минут на 10. Хорошо, не вопрос. Давай, ну, этот, Андрюха, дай 5 минут перерыв, я пойду попить чаю. Пацан, я перебивался чуть-чуть. Короче, если Миллисону въебывается моб, типа, не кипишуйте, я постараюсь его, типа, таунтом, в сторону Пети затаунтить. На это тоже сильно, ну, не паникуйте. Если один моб там есть, я, короче, сразу таунт прожму. От меня здесь урона как такового, блядь, вообще почти нет. Буду ассистить в этом плане. Большая просьба, отойдите все от компа, просто подышите чуть-чуть еще. Саня. Саня, да. Ты еще не ушел, ты можешь меня поменять? Кадама, ты здесь? Сейчас я немножко. У меня просто вообще все нахуй позаканчивалось. И голда, и фласки, и хуяски, и масло. Если в этом проблема, то тебе дадут. А, ну если именно в этом проблема. Если дадут, как бы, ну, у меня время как бы терпит, я играю, значит. Саня, а что если нам было бешать краснодичи? Ну все, значит, покурим. Понял? Все на каждого моба? И да. Это... Времени не очень много. Ну, там 8 штук мобов, прикинь, сколько это времени тратится, урон конвертируется. Короче, 4. Дайте, 2. Пожалуйста, кто-нибудь никотин, ой, никотину, водюхе, масло, сопрот я ему дам. Все, идите покурите, потом подышите пару минут. А чё так это, приступ, будку ломают вообще люто? Уже пёс. 2-3 моба и уже все. Не вообще откисает. Сопроты просто воды. Че, кто-то по цене объебался бы? Ну, 2000 сопротов просто воды. 2000? 2000 сопротов. Офигеть, кто-то там кошварит. Не, ну не один человек, а в общей сумме. А. Надо купить. Они до рейда, они до ИВК стоили по 300, блин. У этого милости луны, короче, типа сопротивление дает. Да, не дави на больное. Че, очень фигово, что ли? На больное говорю, не дави. Вообще, понял.
настолько все хреновое, да, за этот саппорт? Что ли? Четыре, три, два, один. Вадюха, тебя уже дали сопрот? Не, вообще или... пока не дали. Все курят. Слышите, что, а вилки помогают от шипов или нет? Нет. Не помогают, Егор. Так, сколько у меня длина свойщина? 23 минуты. Растянуть бы этот таймер на полэкрана, блядь. Да нормально, здесь так вон спустя. Аддон, можно сказать. А. Сейчас я графоний в минималку поставлю. А то что-то жестко лагать начинает. Че, Локи, дайте огурчиков. Сейчас мне себя прикрыть. Ваня еще комп прибудет. Петь, у тебя 8% меткость? 8,4. Что странно. Что странно? Потому что я стан не дал. Два раза. Да, странно. Что, думал, вообще не странно. Тебе это было что-то не сануло у тебя там? Нет. Ну, посмотри, там были вниз от ударной волны или нет. Прикол. Сейчас готовы, значит, дадим. Дайте Вадюхе кто-нибудь масло, пожалуйста. Сань, суманите. Бабка будет должен. Поставьте в кап. А ты СИП вычисли ему и все. Заебай фласки. Хорошо. Очень стрельный. Вот эти, пожалуйста, поменьше стаков, ребят. Не больше 4. Да, последний трай там у кого-то по 8, по 9 стаков висит. Потому что была проблема, а лоб выкопался, а жуков еще было около 4-5. И половина почти уже бить почему-то оно... Не знаю, жуков. Я на эрпале, я не могу стаки набрать. Я вот, у меня мобы не доживают до стаков, то максимум 2 стака навешивают. Ну я просто стою за хики и понимаю, что они все агрятся на хики, я стою АКХ. Она меня и не агрятся. Так, еще раз готовность. Проверить, кто здесь. Я в гримаре. А можно чайку налить, пожалуйста? Да, да что ты быстрее делал все это время, блядь? Иди быстрее, Андрюха. Андрюха еще все равно не заспал. Поспал. Да, я тоже за чаем. О, классно. Все в тумане. Да у меня количество цифр и третьей фазы начинает просто слайд-шоу. Кстати, ты нормально камеру удалить вообще, чтоб, потому что танку надо по-любому что-то ставить, чтобы ты, блядь, видел всю полностью местность. А нуба хорошо, трэш откуда выходит, по-другому там, блядь, тяжело будет. Ну. Вот моя максимальная дистанция. И как сейчас выглядит видео. Можно еще дальше отдалить камеру, чем в интерфейсе. Андрей, ты здесь? Он. Можешь набухаться, у тебя вообще будет все видно. Да, да, да. Типа бухлавку что-то купить, перед полом ебать. Да нет, там аддон есть, не аддон, а какая-то шляпа, короче, есть, там можно долить вообще просто такие ебеня. Спасибо большое. Точка будет. Так, ну сейчас вроде... Андрей, повод ты здесь. Изи все. Так, смотри, спасибо в карман не положишь тем людям, которые тебе дали. Ты просто должен это вернуть. Вот и все, будь справедливым. Хорошо, Андрей Илфовок, ты здесь?
Эй, тебе саппорт дали водилкам? Да-да-да, мне Майлик все дал. Или нет? Что, задать ему потом? Нет. Продайте мне саппорт. Кидай обмен, Ваня. Бля, киньте сумон на капоне, на хэнта, пожалуйста. Осталось. Андрей, ты здесь? А, как всегда. Я извиняюсь. Нормально. Давай, ставь рыбу, Женька, заходи. Я спрашиваю, как мы сейчас. Ох, нахуй. Мы так и поняли. В принципе, это уже лучше, чем на том КД. На том КД мы его не били, да, даже вроде. На позапрошлом, то еще, когда мы по воле его бить. Еще пару КД и убьем. Нет, сейчас можем убить. Мы, во-первых, сейчас попробуем его убить. Если сейчас не убьем, будет допронос. Не, по хилу. По хилу прям все хорошо. Ну, типа, никто не умирал. Там секунд 30, наверное, хилили, а вообще все четко было. Ну, у нас еще не топовые ДПСеры онлайн. Вот парты нет, нет этого, бафки нет. Жень, заходи. Как это у тебя конь бежит? Да, ДПС вообще насрать. Максимально насрать. Когда убивали, у нас умирал полпати. Ну, пол рейда. А в Берсу не уперлись, типа? Не, ну если мы за две за закопки его переводим, значит нормально, по ДПС хватает. Тут за счет того, что они сами умирают, эти гады, как они называются, ады, во. Короче, у нас ДПС впритык, ребята, друзьям. Да, типа, на третьей фазе, если ты умирает 3-4 человека, можно бить, даже если 5 умрет. Но ДПС все равно важен. Конечно, важен. Проще всегда ДПС упрощает убийство. Как ни крути. Жень! Это на первой закупке 30-31% снимаю, на второй 25-26%. Я не хочу сейчас, типа, один трай сделать и отойти. У нас было, наверное, сразу идти. Минут на 10. Ну да, надо. Ну, если скоро разойдемся и допронос сделаем, что, в чем проблема. Не смотреть, сколько людей уходит, уже Стас уходит, как бы тоже. Последний трайм. Жень! Вон он идет. Давайте все вместе распотрошим эту маленькую крысу по имени Женю. Да не, сегодня ВК вообще по лайту идет. На самом деле. Первый босс не душный оказался со второго утра и упал. Блин! Заходи, блин! А нуб так не бесит, как первый босс. Даже если вайпаешься. Легионовая голова, ты где, блядь? На Легионе уже. Ты чё мутнулся? Он видит его вообще? Да он мутнулся, а потом размутился, и микрофон все охал. Спалился. А пиздел больше всех, когда рулили шмотки. Время экономил, блядь. Жена, блядь, заходи. Евгений! Не, я говорю, надо распотрошить эту крышу. Если кто еще Ася есть? Петя, тут, короче, надо, чтобы ты поставил вейкаур садон. Есть, да, там ВАшка на таймер, типа, тебе ничего не надо запускать. Она сразу запускается и на таймер нормально. Но сегодня, если будет у меня время, я сделаю ДБМ эту хуйню, типа.
Да нет, у меня ТПМ корректно работает, он прямо мотивирует. Нет, ты не понял, типа, как череда, помнишь? Да не, у меня каждое зарывание, ну, точнее, это теневой удар, он в ДБМ дублируется. Сравниваем, да, четко. Ну, я проебываюсь, когда начинаю смотреть на мобов, ага, они разбегаются, что делать, а? И все, я на таймер не смотрю, и на ДБМ не смотрю. Время. Короче, я походу на один трай. Он вообще здесь. Походу ты на один трай. Да, он в Дискорде, но, типа, микрофон... Я позвоню ему сейчас. Желательно в двери, нахуй. Не, он же любит WhatsApp, сейчас я найду его где-то. Приколы скидывают. Евгений, да. О, жипс. О, Галина, первая со 100 тысяч. Не знаю, кого буду в долг брать, типа. Он, блядь, сидит музыку, сидит слушает. Вот котел. Поставь себе рыбу. Давай, так это Женя должен. Надо. И стоит сейчас. Поедешь все заново. Блин. Кто ел, кто не ел. Мне не туда. Я случайно. Отмените правую кнопку. Катя, Паша. Я... Бухой. Я тут, бухой тут. Все, все готовы. Андрюха, можешь запускать. Там ДБМ break end. Ладно. Просто правой кнопкой тыкните. Break end. Все, собрались, ребят. Первые 4 кнопки, потом мейлик, не забывая. Все максимум урон выжимают себя. На пулы отдали Петю. Моб пошел в мильзону. Пошел в танк, моб. Дал. Веду. Ну это нет, это не так работает. Не так работает? Вообще не так работает. Да, давайте падаем заново. Полами, это жопа. Давайте падаем и заново. Сразу, быстро. Жопа мобом и все. Падаем. Чуть-чуть не так. 40 секунд Дима, прожили. Кто меня так это... Хоть чтоб я жила. У тебя там отработает, типа, далеко. А ты понимаешь, что два моба? Да, я одного... Вставайте, быстрее будет вставать. У нас мастреса нет, поэтому будет быстрее вставать. Все вставайте, бегите. Я понял, что у тебя КД, да? Ренессанс. Да отшибись, человек. Насыпься. Бывает со всеми. Все бывает, собрались? И у вас трай, у меня больше хавки не будет. Ну, вас трай сделаем, потом поставим допронос на среду. Нормально. Если... Ренессанс, а ты сделай себе макрос, чисто чтобы на Петруху напулил. Он мимо никогда не будет пулиться. Ты ему скопируй макрос. А я это сейчас зайду на другой серф, у меня там... Да нет, другой хан пускай скопирует. А, если есть у него, пускай в Дискорд ему накинем, да и все. Гораздо проще. А он... Он все нормально делал. Нет, до этого. Не ошибиться просто, там уже верочно никак не ошибешься. Она будет на него все там. Сейчас ошибся. Просто на другого танка. Все, меньше удовольствия, просто едим рыбу, допуляем. Погнали. Блять, вот таймер берсерка вижу нахуй, а таймер, блять, мобов нет. Тебе озвучивать? Могу озвучивать. Да не, просто там за секунд 5 скажите, чтобы я не проебывал, типа, кнопки моментальные. Все, последние 2 припота. Как раз. Давайте. Не зря же они у меня последние 2. Ты еще скажи,
это, там, господи, как ты обычно говорил на жука? На... Господи, как... помилуй. Христа ради. Господи Иисусе. Можешь помочь? Все, поехали. Поехали. Может, призыв через 2 секунды приготовить конты. Напулили. Штыки. Что с этим мобом? Моба было нужно, будет одного застанется, наверное. Смотрите аккуратно. Он кастует, хорошо. Молодец, Петь. Мобы через 14 секунд ханты. Первые 4 кнопки и потом мейлит, не забывая. 3 секунды, 5. Ой, его. 2 секунды. На пулы отдали. Даже на минималке такого количества чисто цифр лаги. Так их отключить можно. Я люблю цифры. Ты понял. Бил. Чернобыль, ты прям в хики зайди, прям и все. 4, 3, 2, 1. Петь его преследует, там оно враг. Петь. Фридом по нему. Майлик приготовил. Блять. Беги, малыш, я беги. Не старался, но не получилось. Нормально. На воида закинь, Майлик. На воида закинь. Все нормально. На воин. Он должен успеть. Беги, беги, беги вперед, беги вперед. Женя, выбеги. Давай. Сыграли по мобам. А это Петя, ёп. Мелкий трэш там добил. Пять секунд его. Не надо просто так станом давать. Три. Все. Вышли жуки. Андрю, иди за рыбой, да, нужно подальше за рыбой. Кожу разбили. Это роднорабик? В трусы, да, иди за рыбой. Да. Соня Бабл. Боб, дай, никто не заходит. Следующий сосуна. Отдает. Ренессанс. Побежал. Притон. Притон сосуны. Трэш, но лучше не видеть только. Трэш, сливайте активно. Точечно мелкий сливайте. Не уешьте мелкий, точечно сливайте. Быстрее. Снимите с меня, пожалуйста, без меня. Кого дай, кого дай, блядь. А он не убьет. Нет, он убереться не может. Не, блядь. Тихо будет. Может. Нет, нет. Ваня, 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 Ваня,
Все, мы просто. Мы по мелкому трэшу доиграли. Точно. Сразу доиграли. Трэш. Приготовились ханты напуливать. Все, все по Дануба, ханты напулили. Войд, закастуй. Не, пока не кастуй. Я скажу, да. Перед фазой закастуешь, потом все равно не будет времени кастовать. На 32, где-то 34% кастуй гейм. Хэпал сейчас просит. Помощь. Войд, кастуй гейм на ману, кастуй. Войд. Через 4 секунды мобы приготовились. Ваня первая дает мастера урна лед. Тотем сил природы станции. Готовьтесь ебашить. Давай Геру. И мастер аур. Ваня готов, все 3 секунды. Ваня бабл мастера. Соня Бабл через 8 секунд. Иннер по Соне Бабл уфолог. Жми, Соня Бабл. Массакра Бабл. Про печеньки не забудьте. Нет, так, Иннер. Он мне сам будет нужен. Камень рисунал, скажи камень. Катя, Иннер залей по... Фир дам. Ферни, ферни, после ретра. После ретра ферни. Второго фер. Мову надо второго фернуть. Майлик, майлик, ферни второго. Обязательно, вот сейчас ферни. Да, печь сложила. Бля, ну это, блядь, 6 миллионов. Это а самый там, лучший. Там берса правильно показывается? Просто у нас до берсы там чуть секунды оставалось, нет? Или там до берсы время было. Мы убивали. Если бы так было. Же все пошло. Там до хера времени, там еще 2 минуты до берсы. Ага. Ну то есть там хилы переагрили, да, получается? Не, Сань, я тут вообще никому давать не буду, так он мне самой был нужен уже в тот момент. Не, я смотрел за твоей маной. Смотри. Больше всего по мане. Кать, тебе вот этот момент надо по-любому поправить. Вот там садил хэпалу и по мане вообще сильно садились. Ты если отслеживал их ману, там у Сони Бабы вообще мана просто из ноль летала. То есть Нина в любом случае в него должен был. Закончилось. Так. Ну, короче, Сайсу надо было уходить из Сацуны. Решаем, делаем трай или вы уже вам надо бежать. Если мы за минуту вот перебафаемся, мне до 10 минут надо выйти просто. Ну, попробуем 7,2%. Стар, Сайз, от тебя больше. Сумонь тогда еще один трай быстро. Дайте масло еще на СПД. И, Петя, тебе надо портал поставить или денег дать? Там науки нету, это жопа, и все. Я все скупил. Ну, давай тогда. Ну смотри, у меня 7.2, возможно, не миссанет. Тогда я же стан давал. А что тебе надо, Петя? Луциан особого приготовления. Петя, что надо? Луциан особого приготовления. А что это? Какая еда? На что она? На меткость. А, у меня на мастерство только есть. Слушай, а такой вопрос, а если тебе ботинки зачаять на меткость, это не поможет? Ну, тебе что-то особо бегать не надо? 30 меткости надо, 30. А, там 18, по-моему, да? Да, это мало. Особого смысла мало. Все, Да давай сыграем, попробуем на везение, скажем так. Один разок. Ну, в принципе, уже все неплохо сделали. Так что... А если можно вот каким-то камнем? У меня есть знаки, я могу сбегать. Короче, нет, это все время. Давайте втроем так и по росту перенесем на добиение. Либо сейчас убьем, если повезет. Да. Завершающий заключительный. Закрепили тактику, так сказать. А что сейчас пошло не так? Рыбхайдер. Что пошло не так? Сорвались на хилов. И два моба не забрали. Потом шотного, и потом шотного танка. И все. И там уже без шансов. Плюс Соня Бабл по мане почти просил. Катя, нужно тебе этот момент в любом случае как-то поправлять. Я уже сделала.
Как я понимаю, чем меньше хп, тем больше они и будет, потому что они начали пробивать. Они бьют всегда одинаково. Просто упал два паладина в петь по очереди, и тебя еще сложило. Они же тебя оверхилят по лютому, я так понимаю. Нет. Ну, ну ладно. Ну все, все готовы. Пофиг, кого там оверхилят. Давайте начинать, ребят. Да, все, ладно. Меньше пиздежа, готовность, и поехали. А припотов нет? Дайте припот, пожалуйста. Два штучки, плиз. 7 минут же на вон, прыгай. Сони бабла, да. Без банки, вот перед без банки, блядь. Алло, блядь, супротики, где? Вы убить хотите? Войд вообще так насилил, блядь, миллион. Ты чё там вообще спишь за клаву или чё? Я щитки кидаю. 1.5 миллиона он нахилил. Мне дали, мне уже дали, спасибо, парни. Или тебе сопрот? Башен. 5 секунд, подожди. Я ему сопрот дам. С тебя потом 200 голды мне. 400, точнее. На почту. Секунду. Текст боя уберу. Нахер. Ладно. Макрос дать или есть? Все готово. Я тебе галочку убрал, все. Все, все готовы, Андрюх? Давай. Тайный рок. МК. Я не сгинул, извини, блядь. Извини, братик. Блять, я сопрот не выпил. Долбоёб. Нет, лучше потом, на Геру. Тебя под брусту. В натуре лучше. Оба. Напоминаю по бобам первые 4 кнопки. Потом мои лик. Соня Баба и Сосун. Через 10 секунд помощник Егор. Приготовились на полы, отдали. Штики. 10 секунд зарывания, сейчас по ДПС хорошо идем, кстати. Лучше, чем ПТС. Так же? Нет, чуть лучше. Владюха побежал, убил лужу. Сюда бежишь, лужу не зацепи. Хорошо. Молодец. Все, следующий. Щеньку сбил, мой лик готов, все. Прикиньте, вообще весь бурст проебал из-за этой хуйни. Тихо-тихо-тихо! Не спамни. Служи, отойдите. По делу только было. Извиняюсь. Все, мать. Мина, убегай просто. Подальше. По давану убегай. Точечно, ТРЖ, точечно, разъебывайте быстрее. Все по точечной, кого есть станы, застанивайте, по давану забирай. Мелкий ТРЖ точно доиграли. На пулы отдали в тики, вышли мобы. Смотрите, не сорвите. По пути. Паладин сокрот, да? Через 10 секунд. Ну дала фазу от КДшницы, не пережила. 5 секунд его. Все нормально, должна откуда. О, не, Вань, не надо было давать. Так, это. Приготовились. Отдали, напулили на петю. Егора, прокиньте, капанила. Кто-нибудь. Далеко. Все вернулся. Внимание.
А вы уже есть что сбито. Смотрите, возможно, моба придется законтролить одного. Сейчас манит, третий красавчик. Третий красавчик. В два ствола. Все, лужа сбита. Смотрите, следующий Соня Бабл. Кибит Жень побежал, и Соня Бабл. Нужно, чтобы грипнули лужу сюда. Троянский, подбеги, грипни лужу к печеньке, вон летает. Еще одну грипните, второй грипните до карты. Бухой. Где она? Не вижу. Далеко. Блядь, она летит просто нахуй. Все, нормально, рядом будет. Смотрите, не проебитесь что-то. Никотин. Никотин, отбеги немного левее. Где он? Забагался. Это баг. Это шанс. Назовем. Сектор шанс. Забавно. На барабане. Это ж... Тихо. Трэш убивайте, чтобы полный стак поставил. Убивайте быстрее трэш. Сейчас выкопается. Главное, готовься по 2 нового. Выкопается. По 2 нового. Подбежали все под босса. Добейте мелкий трэш. Мелкий трэш точно доигрываем. Кто может станет, постанивает. Там один с берсой. Добить его, он на печи висит. На пофигу, не вешает. Все, пошли под босса, подошли. Void. И закастуешь Димон на 32%, 34%, скажу тогда. Первый мастер аур на лед отдает Ваня, потом Майлик. После Майлика. Хорошо, хорошо. Нажимай Void, Димон, на ману. Тотем, сил природы поставьте, обновите. Приготовьтесь бурсить. Еру, отдавай. Момент, хорошо. Ваня, через 9 секунд готовься. Скажу, когда. Ваня, давай. 4 кнопки. Лёд давать? Да, давай. Сразу надо было дать. Следующий сосун надо. Соня Бабл готовься через 2 секунды. Раз. Прожимай. Долбец. Скоро на пулы, Егор. Егор, ренессанс на пулы. 10 секунд. Саня, лед забери. Нажми мастера аур на лед. Давал, давал. Не-не-не, кто я умер. Браво, мобу. Андрей, Андрей. Вазюха, выбеги мобов напуливать. И Егору этот, еще одну геру дайте. Добро. Все хорошо, нормально. Моб пошел один на нас. Готовьтесь его законтролить. Я его напуливаю, ему похуй. Сам главное дайте. Я с собой, убрал его. Все нормально, Бьем, продолжаем. Все равно не сверни, бомжа едем. Набрал. Сзади все. Нет, не любим так. Ферните. Второго. Который под босс. И наркотик по себе дай. Хорошо, убежал. Прибежал. У меня налагает. Ферните еще. Они на бомжей прыгнули, пейте нормально. Закастуйте все бомжей. Бухой уже сдал. Залезь, хую! Сука. Бьем. Обновите все в Белизон, обновите, но. Товар умрет, и все, и всем будет делать. Ну, это было очень близко, ребята. До берсы еще 2 минуты. У нас да ебаная хватает. Вот эта лужа. Вот эта лужа посередине. Всю хуйню запорола. По ней бегать невозможно, нахуй. Блядь, это 2600. Ребята, еще один трай требует. Будем делать. Правда, я вижу, меня бежать нужно. Ну, если кому-то бежать надо, давайте. Хорошо, если отбежать, сколько времени? Подождите, стоп. Сколько времени? На сколько времени отбежать? Может просто перекур сделать на минут 10, там сколько вам надо? Ну где-то через 30, может. Черт.
Ладно, 30 дней это тоже не вариант. Короче, в среду будет допронос. Приходите все, кто может. А может, давай завтра? Завтра с Сухоной не будет. Давай в среду, А какую среду? Давайте субботу, воскресенье, выходные. Стой, с Сухоной не будет. Вы можете замолчать? Тихо! Не будет Сатуны, во-первых, не будет еще кого-то в субботу. Не будет... Я за час до РТ точно напишу, буду я завтра или нет. Типа, мне под вопросом. Возможно. Ну, завтра приходите, в любом случае. Если соберутся, то будет завтра допонос. Если нет, ну тогда перенесем на понедельник, вторник, там, среда. Либо в воскресенье без меня. Что вы сразу начинаете, блин, не успел договорить, вы сразу начинаете выйти. Завтра во сколько хотите собираться? Спасибо. В любом случае будет... 13. То есть приходите завтра, либо кара будет, либо допронос ВК-25. Что? Сказал. Теперь... Ну, почти. На минимальной графике можно жить. Да, все вообще нормально было. Все хорошо. Под конец чуть не получилось. Такие лаги. Бля, только прожался на бурсты, и метка на меня повисла, тварь. Лужа, я прям думал, что это лужа все запорит. Я прям так и думал, что это лужа все запорит. Но... Я вот тебе отвечаю, я прям... Уже убили бы? Не да, было бы лужу, убили бы, да. Там